И снова доброе утро, дорогие телезрители. Продолжается прямой эфир программы «Добрый ранец, Беларусь». И мы открываем свою музыкальную площадку. Мы сегодня вам весь эфир говорили о том, что к нам в гости придет Георгий Колдун. И он к нам наконец-таки пришел. Жор, доброе, доброе утро. Не обманул. Здравствуйте, Георгий. Очень рады вас видеть, тем более по такому важному поводу, как новая песня. Ой, а мне как приятно. Расскажите нам, пожалуйста, что же за песня-то мы сегодня услышим. Написал очередную песню, да, и думаю, зайду к вам в гости. У вас такое всегда хорошее настроение, атмосфера такая приятная. Надо ж, смотрю, свет горит. Да, думаю, зайду, спою что-нибудь. Мы очень рады. Как называется песня? Песня называется «Кто мы друг другу». Ну, она такая немножко, наверное, грустная, но не депрессивная. Лирическая. Да, да, есть слово, которое выражает очень точно. Лирическая, очень, да. Автобиографичная? Отчасти. Я думаю, большинство песен, если как бы ты пишешь их сам, наверное, все-таки опираешься на какие-то события в жизни. Да, расскажи, Георгий, вот мы уже многим артистам задавали этот вопрос, который приходит к нам, которые сами пишут песни. Каким образом Георгий Колдун пишет песни? Он садится за рояль и ждет вдохновения, когда оно придет? Или каким-то другим образом? Оно по-разному бывает. Иногда бывает просто какая-то цепляется фраза интересная, музыкальная, какая-то зарисовка. Сидишь дома, просто что-то наигрываешь на гитаре или на фортепиано, потом просто какие-то черновики собираются. Иногда из какой-то буквально одной фразы может... Главное же, какую-то мысль определенно попробовать донести для слушателей, до слушателей. Поэтому... Очень по-разному бывает. Главное, в какое-то состояние погрузиться, и оно тогда пишется. А среди ночи можете проснуться с песней? Могу. Я могу и как бы среди дня проснуться иногда. Георгий, сегодня ты у нас на сцене, завтра на сцене Дворца Республики в программе «Дым над водой». Да. Поэтому, если кто-то еще не знает, что состоится завтра концерт в Дворце Республики с президентским оркестром, рок-программа, разные там Aerosmith, The Purple и тому подобное, Ленни Кравиц, приходите, кто любит эту музыку. Времени не осталось, мы прощаемся, дорогие друзья. Уступаем место Георгию Колдуну, Надежда Тимофеева, Глеб Давыдов. Удачного дня вам, друзья. Пока. До свидания. Совершенные черты с равнодушными глазами, лодка лживой красоты идет ко дну под парусами. Кто мы друг другу, от севера к югу? Мы молчим вдвоем, но каждый о своем. Свой пятый угол бежим по кругу, но на одной конечной станции сойдем. Безупречные слова под чужими именами обрывается глава. Писанная нами. Кто мы друг другу, от севера к югу? Мы молчим вдвоем, но каждый о своем. Свой пятый угол бежим по кругу, но на одной конечной станции сойдем. Севера к югу, мы молчим вдвоем, но каждый о своем. В свой пятый угол бежим по кругу, но на одной конечной станции сойдем.